Всем привет на моем видеохранилище. Опять я немного изменил, вот теперь точно как себе собрался сделать. Будет расписание по два выпуска в неделю. Все. На пару с рейдами. Все равно это никто смотреть не будет, поэтому... Как будет, так будет. Так, запись вроде как идет. Так, продолжим. Остановились мы в убежище людей. Продолжу я идти по всем ачивкам. То есть прямо здесь, вот прямо так. Лагерь Мишель уже рядом. Следующий портал находится за ним. Наконец я увижу план Мишель в действии. И кто знает, может быть, я найду здесь Зеру. Этим помещением давно не пользовались. Видимо, все вот как вход был завален. Так, немного так я заклинил способность. Так, гайд по достижениям, да? Сюжетно убейте шамана, не повредив. Добейтесь до святилища сюжетное. С ним вы будете драться 2 раза. Достижение дается за первую битву. Ага. Так, теперь у нас записки какие? Журнал. Так. Угу. 1-3, да? У нас же последняя. 3-я записка. Значит, 6-я записка. Где-то на лестнице, да? Мы открыли дверь, дальше двигаем, продвигаем. Ага, все ясно. Где-то тут. Все, пометку для себя сделал. Да сюда. Блин, как классно, видимо, место выглядит. Какая-то непонятная штуковина. Никакой охраны. Странно, а если монстры проберутся? Ё-моё, ну ты меня и напугала. Да, я ужасно страшная. Ты ведь Аюми, верно? Мишель сказала, что ты придешь. Меня зовут Верн. Пойдем, я тебе все покажу. Появилось тело ниоткуда. Это и есть ваш корабль? Я слышала о гипотезе с кораллами. Эй, не смей такое говорить. Это никакая не гипотеза. Не знаю, откуда здесь этот корабль, но мы его починим, запасемся провизией и в путь. Видимо, кто-то уже пытался на нем улететь. Когда появилась Мишель и придумала этот план, мы воспряли духом. Появилась надежда. Нужно верить в успех и не сдаваться, так что выкинь из головы эту ересь. А что ты, кстати, умеешь, а? Типа забивать гвозди, рубить дрова. Нам все пригодится.
Условие только одно. Северный выход для всех закрыт. Туда ходить запрещено. Но почему? Что там такое? Что-что? Почему всех это так интересует? Ничего там нет. Те, кто отправился в ту сторону, так и не вернулись. И Мишель это надоело. Радуйся, что смогла найти убежище, окей? Эй, Вер, ты мне здесь нужен! Ну, мне пора. Ты располагайся пока. Гляди в оба! Монстры повсюду! Библиотека? Этот парень очень известен среди охотников. Не помню, как его звать. То ли Марка, то ли Сами. И давно он появился здесь? Пришел с побережья на днях, как и все остальные. Мишель тоже о нем слышал. Он был охотником... Здорово! Как же его звать? Тогда понятно, почему Мишель сразу проходи, решил не задерживать его во все дела. Может, они знали друг друга раньше? Нет, если это тот парень, то он одиночек. Всегда один какой-то. Если честно, не стал бы я доверять. Прямо словно память отшибли. Уж не о Зере ли они говорят? Если Зера где-то здесь, я должна увидеть его. Да, это на ней не Зера. Так, уже 7 минут, значит. Я взял себе ориентировочное время. Шла бы ты своей дорогой. Ну да. Прямо не знаю, как закрепить ту штуку. На гвоздях или болтах держаться никак не будет. От вибрации возникнет резонанс между деталями и отлетит ко всем. Чего тебе? Самый подходящий момент. Может, смолу какую сварить попробовать? Я думал об этом. Шла бы ты своей дорогой. Получится. Вязать веревками плетеными и залить смолой. Только надо что-нибудь более такси. Это закрытая территория. Возвращайся назад. Дальше прохода нет. Извини, сюда прохода нет. Это приказ Мишель. Гляди в оба. Монстры повсюду. Без исключений. Уж извини. Ключа дальше не пройти. Ключ должен быть у кого-то из охраны. Все это не к добру. Все это плохо кончится. Да? Мне пришлось перебить всех этих болванчиков. Мужиков жалко. Ладно, свалить хотели с этой земли. Что-нибудь сделать? А нет, ты жестоко расправилась с этими людьми. Меня вынудили. Разве не понятно?
Я должна идти дальше. Я не виню тебя. Что сделано, то сделано. Но не забывай, ты нажила себе новых врагов. Да, увы. Классный вид. Более, да? Смертельно узко, главное число, которое никогда было установлено в какой-нибудь момент, да? Что она здесь делает? А ты откуда здесь? Ей нельзя сюда! Огонь! Огонь! Она дезертир! Убейте ее! Ребят. Алтарь прямо у них под носом. Почему они им не пользуются? Почему они не учатся магии? А он им не помогает. Алтарь, пидор. Не точно. Он падал. Полезно. О нет, опять эта тварь. Меня. Как люди могут жить в таких условиях? Просто немыслимо. Флора этого места поразительна. Я нашел колонию удивительных цветов. Они огромны и парят в воздухе. Я изучил их очень внимательно, и оказалось, что по структуре это кораллы. Как всегда, я взял с собой несколько образцов и вскоре сделал еще одно открытие. Цветы все время пытаются убежать от меня и вернуться туда, откуда я их забрал. Они ведут себя как едины,
и, что самое интересное, разумный организм. Единый и разумный организм. Так. Переходим к другим заметкам. Да, сундук дальше. Что же все-таки люди делают здесь? Летающий корабль? Поясняю способ получения очков лечения. О. Очевидная фикция. Может, они боятся признаться себе, что выхода нет? И то, на самом-то деле. Кто тебя сюда пустил? Отвечай! Даже не думай подходить к воротам! Другого пути здесь нет. Что здесь происходит? А, это ты. Зачем ты преградила путь? Вторая сфера существует, мы все сможем вернуться домой. Это правда? Конечно нет, идиот, она ничего не понимает, а твоя задача охранять портал. Нельзя оставаться здесь и надеяться, что ваша развалюха полетит. А ну хватит! Она полетит. Мишель, ты же прекрасно знаешь, что твоя затея пустышка. Я сказала, убейте ее. Что если... Немедленно! Ого. Похоже, я переполошила осиное гнездо. Заметки по 0.26.7. Так, ага. То есть, когда мы открываем ворота, ну, сразу будет заметка. Ворота неисправны, но нужно как-то проскочить. Используй контроль времени, Айлин. Не забывай, эта способность поможет тебе преодолеть большинство препятствий. Есть! Получилось! Мы вынуждены идти быстро, хотя тут столько всего интересного. Повсюду я замечаю странные статуи. Птицы никогда не садятся на них, и если подойти ближе, неведомый страх так и тянет убежать прочь. Точно как в той таинственной плотности, которую я описывал прежде. Я отметил расположение статуй на карте и увидел, что они выстроены в определенном порядке. Они образуют линию, которая тянется строго на север. Угу. Да. Так, эта заметка получена. Следующая у нас... Ага, понял, дальше. Кажется, уже недалеко. Что же они скрывают?
Меня убивать не будет, да нет. Следующая записка. Это здесь. Древний город, построенный небесными стражами. Портал где-то внутри. У меня плохие новости. Мы натолкнулись на ужасное существо. Оно появилось ниоткуда. Одна тварь уничтожила половину нашей группы за считанные мгновения. И вместе с ними нашего проводника Джона. Эта тварь, мы выпустили в нее половину наших патронов, а она даже не заметила. Не пытайтесь ее убить. Да и вообще советую, обойдите это место. Будь осторожна, тут может быть полно ловушек. Небесные стражи были защитниками драконов, но вторжение хаоса заставило их отступить. Они переселились подальше, на небесные острова, и более сюда не возвращались. Теперь это нейтральная территория, так что хаос чувствует себя вполне вольготно. Угу, да. Так, следующая у нас 9-я записка. А, помню. Забавно. Так, мы подлечились. Почти. Скорострельный пулемет. А чё это я хожу с какой-то фигней? Давай-ка что-нибудь футуристичное возьмем. Футуристично-магическое. Так. Нет! 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 Н
попробуй. Да, вот там, кстати, следующая записка. Встретили людей гильдии недалеко от разбившегося дирижабля. Они были очень гостеприимны, но принесли нам крайне пугающие вести. Многие из этих людей живут на острове уже несколько лет. Они уверяют, что обыскали весь остров, и что второй сферы, которая призвана вернуть нас домой, просто не существует. Люди пригласили нас в свой лагерь, так что мне пора. Я напишу обо всем этом позже. Вот знаете, почему они так уверены? Потому что путь драконов на пути у нас встречается небесный страж. Кто-то явно не хочет, чтобы эти устройства были использованы. Так, не понял. Thank you.
здесь несколько таких переключателей. Нужно найти их все, чтобы активировать портал. Не пойму, зачем людям охранять это место? Не знаю. Людям вообще опасно здесь находиться. Странно, почему наместник хаоса до сих пор их не убил. А что, если Мишель все же нашла сокровище? Это объясняет ее враждебный настрой. Кто бы захотел по доброй воле делиться? Шаги чего-то большого, да? Ну и что-то оглушается. Оу. Ударная волна не с той стороны. Что делаю? Да ничего. Меня бесит, что я в западне. Чувствую себя идиотом. Но есть способ выбраться. Вторая сфера. Откуда ты знаешь? Магистр гильдии, он связался со мной. Я бы не стал доверять этой старой обезьяне. Но я ты же не собираешься провести здесь остаток дней. Мишель, конечно, слегка не в себе, но она хоть пытается что-то придумать. Пытается? Да, она всеми манипулирует. Нельзя выбраться отсюда на корабле. Как можно верить в такую чушь? Но это не значит, что можно ходить и резать всех подряд. Я слышал, ты убила людей на корабле. Странный поступок. Ты не понимаешь. Это была западня. У меня не было выбора. Ты знаешь, Аюми, иногда нам приходится принимать непростые решения под влиянием обстоятельств. Мы все здесь оказались в ловушке, как чертовы кролики, и мы не можем позволить себе терять голову. Кроме того, нам еще предстоит понять массу вещей. Мишель полагает, что активация портала убьет нас всех, а я не хочу умирать. Так ты пришел сюда, чтобы остановить меня? Нет, конечно. Я не буду тебе мешать, но и помогать не стану. Делай то, что считаешь правильным. Я же поищу другой путь. Значит, на этом наши дороги расходятся? Посмотрим. Он вроде приятный парень. Тебе стоит прислушиваться к его словам. Еще бы. Только сейчас он и сам не знает, что делать. Так, ну что ж. На этой записью всем спасибо. Всем пока.